Проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются государственные органы, зачастую являются системными. При поддержке GGPass все больше государственных партнеров осознают необходимость стратегического и системного подхода в улучшении своей институциональной деятельности. Разработали стратегический план развития министерства. Благодаря этому проекту мы разработали дорожную карту министерства, какие этапы, на каком уровне мы что должны делать. Все это было обозначено в стратегическом плане. Министерство социального развития лидирует среди остальных министерств в стране по количеству сотрудников, непосредственно работающих с населением. Учитывая огромный объем и масштаб деятельности, ведомство остро нуждается в упорядочении своих рабочих процессов. При поддержке USAID министерство сумело основательно подойти к улучшению деятельности центрального аппарата. Мы намного улучшили эффективность работы центрального аппарата. Вначале мы провели функциональный анализ работников и управления отделов центрального аппарата. GGPass они провели у нас в общей сложности 6 проектов. И все это непрерывно, скажем, каждый проект, завершая, открывал дорогу следующему проекту. Министерство социального развития испытывало сложности в подготовке к государственной программе «Электронное правительство». При поддержке USAID в министерстве была интегрирована программа цифрового документа оборота, а сотрудники министерства прошли необходимое обучение. Благодаря этому проекту мы своевременно подготовились к электронному документообороту. Отдел информационных технологий также улучшил свою работу. И в целом работа всех управлений у нас, я бы сказал, намного повысили свой уровень. Используя уникальную модель управления, программа GGPass работает с различными государственными секторами. Главная история успеха проекта – это сотрудники и целые службы, которые трудятся эффективнее и понимают лучше свою работу. Ведь повышая человеческий и институциональный потенциал госорганов, USAID делает свой вклад в долгосрочный устойчивый рост Кыргызстана.